кабачки нам надо так вот порезать пополам. Дальше смазать оливковым или подсолнечным маслом со всех сторон. Сюда же лук, поделенный на 4 части. Точно так же смазываем маслом. И сюда один помидор. Его смазывать не надо. Все, кладем вот так вот в духовку. Эти два помидора оставляем, мы его потом нарежем. Кладем в духовку на 200 градусов на 20-25 минут. Пока запекаются кабачки и лук, нам надо очистить от кожуры помидоры, оставшиеся 3 помидора. Значит, один мы запекаем, а 2 надо очистить и нарезать. Вот так вот делаем крест на крест. Обдаем кипятком. Оставляем на пару минут, чтобы можно было очистить кожицу. Все, прошло 2 минуты, даже меньше. Видите, уже кожа сходит. Теперь нам надо промыть в холодной воде или положить в холодную воду и почистить кожицу. Вот так вот легко сходит кожица. Все, теперь нарезаем кубиками. Аромат, конечно, бесподобный. Через 20 минут достаем, даем остыть, чтобы можно было нарезать. Которые мы очистили, нарезаем мелко кубиками. Помидоры берем столько же, сколько кабачков. Просто один помидор запекаем, будем с ним соус делать. А два остальные просто очищаем от кожицы. Лук запеченный. Можете просто отделить вот так вот листочками. Можете чуть-чуть потоньше сделать, нарезать, допустим. Да, вот так вот. Вот так вот. Отделяем. Бросаем сюда. Чтобы не сильно большие были. Можете оставить вот так вот четвертинками. Дальше нарезаем тоже как хотите. Да, вот так вот кубиками. Резали. Теперь делаем соус. Значит, блендер. Вот эти веточки не надо, только листья.
Сюда же перец чили. Вообще в оригинальном рецепте идет целый большой зеленый перец чили. Но он у меня такой ядовитый, что я вот только кусочек посмотрю, если будет меньше остроты, добавлю потом еще. Два зубчика чеснока сюда. Запеченный наш помидор очищаем от кожицы. Выбираем, нарезаем этот запеченный помидор, так, сок обязательно, чтобы не пропал. Много соли. Соль по вкусу. Потом в конце в салате еще надо посмотреть на соль. Так, 3 столовые ложки оливкового или подсолнечного масла. Сок половины лимона. Все, теперь нам надо это все взбить. Все в салат, аромат стоит изумительный. Все перемешиваем аккуратно. Посмотрите, сколько сока. Но это нормально. Это как раз, чтобы макать. Он идет как холодный и как салат. Например, к спагетти он хорошо подходит. Сделали спагетти. И рядом здесь и соус есть, и как бы овощи. И как салат, и как гарнир. Ко всему подвинники немного настоятся. Я уверена, в таком варианте кабачки или цукини вы еще не пробовали. Пожалуйста, вот такой вот салат у нас получается. Вот так вот я сегодня буду пробовать вместе с макарошками спагетти. Попробуйте и вы.